Сегодня в программе о самом главном. Хроническая боль у пожилых. Что чаще всего ее провоцирует? Почему обезболивающие при этом не помогают? И как эту боль уменьшить? Причина от нее ушла, а боль осталась. Чем старше возраст, тем опаснее обезболивающие. Как варикозное расширение вен влияет на развитие инфаркта? И что делать, чтобы заподозрить остеопороз на ранней стадии? Вопросы от доктора. Александр Мясников спрашивает, вы отвечаете. Вы там написали ответ? Нет еще. А теперь я чувствую профессионально. Золотистый стафилококк. Для кого эта бактерия особенно опасна? Как она может нарушить работу сердца? И почему люди заражаются ей при использовании косметики и во время занятий физкультурой? В какой-то период времени эта бактерия достает топор войны, она еще вырабатывает яд. Далее в программе «Женское здоровье. Вирус папилломы человека. Чем он настораживает женщин? И какой тип вируса действительно опасен?»